Новая авиакомпания, предлагающая услуги в первую очередь собакам, объявила, что расширяет свою воздушную сеть. Bark Air заявила, что теперь будет предлагать внутренние и международные рейсы по 5 новым направлениям: Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Феникс, Майами. Компания также предложит 7 новых маршрутов. Это дополнение к новым направлениям в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Bark Air совершила свой первый рейс 23 мая 2024 года. Авиакомпания заявляет, что берет опыт в белых перчатках, типичный для первоклассного обслуживания, и перенаправляет это баловство на собак. Собаки проходят быструю регистрацию, и, оказавшись на борту, они могут выпить шампанское и даже посетить спа-салон. Рейсы по новым маршрутам доступны для бронирования на сайте dogsflyfirst.com и начнутся в октябре этого года. Что ж, прежде всего, вам следует знать, что это первоклассный опыт для собаки и бизнес-класс для людей. Мы обеспечиваем все для собак, пытаясь снизить их беспокойство, стресс, чтобы они получали максимально комфортный и бесстрашный опыт в самолете. Так, безопасность — это не TCA, управление транспортной безопасности, а очень простая штука для собак. Привозите собаку, отвозите в аэропорт, отдаете нам свою сумку, и вас посадят на борт прямо сейчас. Это может быть в течение 15 минут после вашего прибытия сюда, в аэропорт Лос-Анджелеса или Лондона или Нью-Йорка. In the air off to Los Angeles or London from here in New York. And along the way, the dog's treated to a lot of pampering. И по пути собаку балуют, в том числе вы видите повсюду подушки, одеяла, они покрыты феромонами, которые обеспечивают собаке комфорт. Для них есть меню, есть еда, предназначенная для них на основе того, что мы узнаем, когда принимаем пищу, напитков, спа-процедуры, которые происходят в воздухе. Итак, у них есть все для роскошной жизни и опыта для того, чтобы переместиться с одного места в другое. The future, I hope, is that for 65 million households. Будущее, я надеюсь, заключается в том, что для 65 миллионов семей, 300 миллионов людей в США в целом, собаки, дети, они являются частью всей нашей семьи. И поэтому я надеюсь, что мы сможем создать опыт, который достигнет каждая семья, которая путешествует всей семьей, так же, как со своими детьми. Это означает, что мы будем обслуживать как можно больше маршрутов, делая расходы более доступными и достижимыми для каждой семьи.